35 лет прошло со дня одной из страшнейших аварий современности. 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. В ликвидации этой техногенной катастрофы принимали участие и мытищинцы. В 30-летнюю годовщину чернобыльской трагедии на улице Станционной был открыт памятник ликвидаторам катастрофы. Более 400 мытищинцев принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Это люди разных профессий – пожарные, военные, милиционеры, энергетики, врачи, летчики. Сегодня мытищинцы вспомнили события 35-летней давности. Урон, конечно, нанесла и морально, и материально всем. Что делать? И вечная память ребятам, которые там погибли. И которые все это делают. Да уже есть проекты, которые они уже, по сути дела, с расчетом Фукусимы аварии. Чернобыльская РБМК, нет уже таких реакторов. А последние Новоронежские два блока, они уже с учетом аварии на Фукусиме, с расчетом нападения самолета и такие вот непредвиденные вещи. Что я знаю. Был замначальник цеха. Очень жалко, что так получилось. Конечно, никто не ожидал, наверное, этого. Очень печальная, печальная вся эта повесть, что называется. В первую очередь люди, которые пострадали, природа, ну и, соответственно, наверное, наука. Ее почему-то сообщили несколько позже. Митинское кладбище, там, где похоронены все участники, спасатели, посещаю. Об этом нужно напоминать, с тем, чтобы дисциплина была везде, всегда и во всем.